песни начнем сразу. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Живого ТВ программа «Живьем» и я ее ведущая Каэли. Мы начинаем прямую трансляцию из московского FM-клуба концерта группы «Тут как тут». Здравствуйте, дорогие телеслушатели! Очень приятно. Группа, я так смотрю, очень смелая, так как они рвались в бой, несмотря на нашу небольшую техническую заминку. Представляю в первую очередь лидера группы Дмитрий Твердый. Здравствуйте. Дим, а скажи, пожалуйста, это настоящая фамилия или все-таки, может быть, псевдоним? Нет, это фамилия. По паспорту Твердый. Хорошо, представь, пожалуйста, музыкантов своей группы. Дионисий Шильников, губная гармошка. Дмитрий Галдилин, бочка тум. Сундук бэк-бардак. Александр Шакиров, бас-гитара. А вы и в музыке, и в жизни такие же внезапные, как ваше название. Главное, так сказать, по зову сердца все. Хорошо, давайте мы тогда начнем с вашей первой песни. Что это будет за песня? Эта песня называется «Ищите девушку». Старая песня, застольная. Отдельного дивизиона летающих чемоданов. Жила давным-давно, снесли, забыли. Все закончилось, кино и игры у домино, и наш кабак закрыли. Все закончилось, кино и игры у домино, и наш кабак закрыли. Где ж ты, милая моя? Где ж ты, билеты, помидоры? Страх заползает в грудь и продолжают путь внутри меня слухи, разговоры. Страх заползает в грудь и продолжают путь внутри меня слухи, разговоры. Ночь и поезд как друзья, все когда-нибудь отъедем. А мир накренится слегка ударом молотка, отпразднуют победу. Мир накренится слегка ударом молотка, отпразднуют победу. Эй! Заколотит этот гвоздь в гроб своих воспоминаний. Где ж ты, девочка, мечта, которой я писал
читал свои романы. Набор инструмента, вот губная гармошка, вместо барабанов тумбочка, да. Бочка-тум. Да, бочка-тум и бэк-бардак. Бэк-бардак это нестандартный инструмент абсолютно. А что вот, например, губная гармошка и такой вот, такая вот нестандартная перкуссия привносит в звучание вашей музыки? Интуитивность и непосредственность. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru. Заходите в наш чат, задавайте музыкантам вопросы, они с удовольствием на них ответят. Также наши дорогие зрители, присутствующие здесь в зале, также задавайте ваши вопросы музыкантам. Для этого вам надо просто поднять руку, я подойду к вам с микрофоном. Да, не стесняйтесь, задавайте, давайте, загружайте. Только членораздельно. И вопросы твердому. Дим, на вашем... Ну, может, что-нибудь придумаем. Дим, скажи, пожалуйста, вот на вашем сайте написано, что вашей музыке и стихам в российской музыкальной традиции нет аналогии. Почему? Ну, опять же, как все интуитивное, идущее от сердца непосредственное, оно оригинально и неповторимо. А в принципе мы в традиции русской песенной наоборот находимся. Мы находимся в традиции, но русская песенная традиция, она настолько многообразна, то есть она охватывает в принципе все возможные стили, потому что это изначальная традиция. А в западной традиции какие-то аналогии существуют? А западная традиция — это тоже русская традиция. А вот может быть у наших дорогих зрителей есть предположение, с какой бы группой, с какими музыкантами они могли бы ассоциировать группу «Тут как тут»? Я считаю, мы похожи на Михаила Боярского. Блесните. Ага. Не стесняйтесь, а давайте. А вот почему? На кого мы похожи? Потому что там красивые, мелодичные. Нет, не на кого я похож. А ты шляпу любишь? На кого я похож, я знаю. Шильников любит шляпы во всех смыслах этого слова. Шляпы — это его конек. Шляпа — это такой образ емкий. Он их любит в любом проявлении. Ну, у зрителей нет предположения, с кем они вот могут проассоциировать группу «Тут как тут»? Хорошо, вы пока подумайте, а мы послушаем следующую композицию. Хорошо, следующая композиция называется «Орех Крокодук». Песня посвящена квинтэссенции женщины или женственности из сказки Гофмана, потому что там для того, чтобы принцесса снова стала прекрасной, юноша должен был ей принести орех Крокодук. Что-то оборвалось. В нашей жизни постоянно что-нибудь прерывается. Гудит, шумит. То есть, опять же, все многообразие и неповторимость. Мироздание. Гачина, ярмима гара мара мой, барманчик гара барой, барманчик гара ламба. Мы тщетно искали ответы на вопросы. Каюсь, каюсь, каюсь. Зачем собирали по трешке с носу? Каюсь, каюсь. Когда на палубе сидели матросы и заправляли матрешкам косы. Я еще один сторож уснул на работе. Еще один сторож уснул на работе. Хотя раньше заводился с полоборота. Хотя раньше завозок принял.
оказался в семейном болоте. Любой человек подвластен икоте. Подари, подари мне орех крокоту. Априори, априори, априори. Я хочу заполнить свою пустоту. Априори, априори, априори. Все наши базары не безрезультатны. Жара, 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 жара. Они вызывают на солнце пятна. Жара, жара, жара. А раз так случалось и неоднократно, то нам уже поздно идти на попятный. Быстрее ракеты летят наши думы. Быстрее ракеты летят наши думы. Они заполняют вселенские трюмы. Они заполняют шуты. Иногда бывают угрюмы. Пока управляют землей злоумы. Злые мысли. Подари, подари мне орех рогату. Априори, априори, априори. Я хочу заполнить свою твою пустоту. Априори, априори, априори. Арниен баум, баум, араум, на горячке рвута гараю. Бар арниен баум, баум, араум, на горячке рвута горячей нога. Чирука. Гачина, гачина, ярвин магара мара мой, барманчикара дарой, барманчикара баламба. А девочка Маша медведей забыла. Она свое отражение любила, не зная совсем, что не в том ее сила. Она в зеленый горошек красное платье носила. Отдали последние деньги ребята, чтобы летать научились слонята. Но в уши набилась сладкая вода, в уши набилась сладкая вода, и тесною стала родимая хата. И подари, подари мне орех крокоту. Априори, априори, априори. Хочу заполнить свою, твою, нашу пустоту. Априори, априори, априори. Чей ярким баум, 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 на горячек, рвут на горячий бар. Ярким баум, 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 на горячек, рвут на горячий нога. Чука, гачина, гачина, ярким нога. Я вот смотрю, сундук привносит такой некий элемент театрализованности. Несомненно, пусть он сам ответит. Он не, ну Бакбардак, собственно, за это и отвечает. Меня так кривляться тут ставят. Это такая вот такая актерская жилка есть. Но у нас же телеслушатели. Теле это он, а слушатели это. В 2006 году клип на песню «Орех крокотук» был представлен на фестивале клипов «Клипфест». Да, было такое дело, прошлой осенью. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про то, как снимался клип. В клипе принимает участие человек с такой большой скрипкой, сравнительно большой, средней, так сказать, виолончелью еще. То есть он у нас привносит тоже антураж такой барочности, романтичности. Остальные все безобразные, а он такой красивый, все дела. Вот. Клип снимался на одном из концертов, он так забавно снят, да.
Шильников писал сценарий, разрабатывал всю постановку и выступал режиссером Дионисий Шильников. Клип у нас. У нас вообще режиссер, профессиональный режиссер, он вправляет мозги постоянно. Только стесняется, смотри. А этот серый кардинал такой. Я немножко постесняюсь. Мы клип снимали, бюджет был очень большой, честно говоря. Мы надеемся окупить, но пока не окупили. Ну, его показывали во многих странах, вот показали его в Вьетнаме. Он победил в клипфесте вьетнамском. И на Калимантане, кстати. На Калимантане. Мы собрали целую представительную делегацию орангутанов. И на Занзибаре, он везде победил. Мы до сих пор собрали деньги на Кубу. Лахари Сахари. И везде он побеждал. Потому что крокотук – это понятие интернациональное. Да, да. Ну, а в Москве вот как крокотук. Это круче, чем всякие шляпы и пилотки. Конечно, крокотук. Конечно. Вопрос в зал. У кого-нибудь есть желание задать вопросы участникам группы? Мы им надоели. Хорошо, вопрос в зал. Здравствуйте. Мы хотим задать вопрос в зал. Скажите, пожалуйста, сколько среди вас девушек? Поднимите, пожалуйста, руки. Я буду пересчитывать. А знаете, они почему-то смеются, не поднимают руки. Обратно вернуть. Но девушек я имел в смысле, ну, женщин. Раз. У нас пока одна же. Электорат крокотука. Два. Три. Вы показываете, что у вас весь столик? Я не пойму. Спасибо за правильный ответ. Я смотрю, у вас аудитория такая сугубо женская. Сегодня... Я прошу режиссера сегодня крупным планом. Сегодня странный день. Женщины, они более социальные просто. Да, играем дальше, наверное. Целлофановые сны. Мы дальше слушаем. Тюрьма без окон и дверей, без окон и дверей, без окон и дверей. В ней полным-полно невиданных зверей, невидимых зверей, никем невиданных зверей. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много мы и мало я. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много. Челюсти акул и негры без трусов. Все негры без трусов, реально, натурально без трусов. Барабанщик Димка, сегодня он готов. Он совсем не готов. Мы вообще готовы. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много мы и мало я. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Семицветик поливал бульдог, поливал бульдог, собою поливал бульдог. Но, к сожалению, он внезапно сдох, от чего-то сдох. Почему-то целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много мы, мало я. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много мы. Я все принимал и очень их любил. Ой, как я их любил, труба, как их любил. Но сошел с ума, собрал всех и убил. Своею палкой убил все свои творенья. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много мы и мало я. Целлофановые сны, партизаны и слоны. Мы теперь одна семья, много мы.
Как видите, перед вами танцевальная группа. Почему вы не танцуете? Салафановые слоны, слоны в салафане, слоны после салафана, кстати. Слоны в салафане быть не могут. Можно бас-гитару вот к нам дать? Они продуцируют. Они бывают только до и после. Они продуцируют салафан. А вот по поводу салафана, отношение вашей группы к наркотикам? К наркотикам мы никак не относимся. Мы не курим целлофан. И из целлофана тоже. Из целлофана нюхают. А, вот, собственно... Какие у молодежи познания. Вот, вот, вот. Дети, где вас учат? Мы выиграли этот раунд, мне кажется. Да, но, собственно, то, что участники группы об этом не знают, доказывает, что они к целлофану отношения действительно не имеют. На самом деле, в этой песне только такой смысле жизненный, это вот, в общем-то, конец света, и творец, все это связано, на самом деле. А целлофан — это не натуральный материал, искусственный. Полимеры, вот и все. Полимеры. Вот тут вот я в чате прочитала, некий наш телезритель пишет, что у него есть вопросы зала в виде присланной ему смс-ки. Сундук, почему ты сундук и как тебя зовут на самом деле? Меня зовут Ларин Роман Евгеньевич, если кого-то очень интересовало. Вот. Мама меня зовет Сундуком. Рассказывать долго не хочется. 12 лет, ой, наверное, уже 14 лет я сундук. Мне 14, да, кстати. Очень приятно, я очень маленький. Как девушки сразу оживились, когда слышали про 14 лет. Эх, вы, плотоядные! Вот на сайте написано, что вы иногда в шутку называете свою музыку апокалиптическим шансоном или бардпанком. Почему? Почему в шутку? Дополните, мне еще два определения. Во-первых, это инфернальная эстрада. А во-вторых, это Балаган Unlimited. Сколько я говорю? У нас обычно, у нас сегодня усеченный совет, виолончели нет, а еще у нас стриптиз обычный, конный жонгляж. Конный хор у нас, конный хор. Они поют, жонглируют. Ну это только большие залы, клубные не. Вы бы видели, это ужасно. Мы бы тогда вообще не выходим на сцену, они сами поют, как бы все. А стриптиз женский на шестах или мужской на столах? А это у нас конный стриптиз на шестах. И в гамаках. Я не представляю. Просто театр. Даже хуже. Если серьезно, то к какому направлению вы относите свою музыку больше? Ну, как вам сказать? Да, последняя версия. Однозначно. Ну вот бардпанк хорошо, то есть такой бардпанк. Бардпанк. А вот зрители в зале к какому направлению бы отнесли музыку? Последнее, что мне сообщали, мы играли современные частушки. Это у кого-нибудь есть вопрос в зале? Давайте, не позвольте нас. Пишите, да. Все боятся. Ну, смелее, руки смелее поднимайте, я буду подходить с микрофоном. Растили их, растили, они сидят и молчат. Только представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Аня. Мне интересно, во-первых, что вы слушаете из современной рок-музыки, вообще что-нибудь слушаете. И очень интересно узнать про историю песни «Мутобор». В последнее время я Утесова слушаю. Замечательный выбор. Что такое современная рок-музыка? А я слушаю Михаила Боярского. Скажите мне, что такое современная рок-музыка, потому что я до сих пор не понимаю. Что такое современная рок-музыка? Ну, ваша. У нас с Шельниковым черносотенные песни в исполнении Михаила Боярского очень популярны в последнее время. Я вообще считаю, что Битлз украли у Михаила Боярского все его песни практически. И Металлика тоже. А группа ZZ Top украла его шляпу еще к тому же. И бороду. И бороду. Мне очень обидно. Не, но если серьезно, мы слушаем практически все, что появляется. То есть мы стараемся отслеживать информацию, быть в струе, быть модными. Вот, например, вот сегодня у меня животрепещущий вопрос возник. Куда пришили эмо? Вот тут действительно их все время пришивают, а куда пришивают, никто не знает. Вот сегодня я попытался найти ответ, и у меня волосы стали дыбом, и взорвался мозг. Ну а что насчет Мутобора? Расскажете мне? Что-что? Про Мутобор. Мутобор имеет такой же, вот если Орех Каракатук это из сказки Гофмана, то Мутобор из сказки Гауфа Калиф... Что ты мне голову морочишь? Не Чуковского, а Гофмана. Гауф, Калифайс, там была такая коробочка. Фамилия была Гофман. Коробочка со специальным порошком, и если его понюхать и произнести слово Мутобор, то превратиться можно было в любое животное или птицу. Но если ты засмеешься после того, как ты превратишься,
то назад ты уже в человека не превратишься. Я думаю, что многие слышали про такой порошок. Ну, значит, вы очень в сказки верите. Верите? Да у нас не жизнь, а сплошная сказка. Мы сказочные герои. Мы вообще отдельный дивизион летающих чемоданов, группа «Тут как тут» в эфире. А он Бэтмен. Вот теперь, я думаю, мы сыграем. Спасибо. А ты человек-павук. А как насчет того, чтобы эту песню «Мутобор» исполнить сейчас? «Мутобор»? Да. Можно, пожалуйста. Итак, песня «Мутобор». Пресловутая, неоднозначная и загадочная песня «Мутобор», посвященная классическим отношениям. Через ограды нам персики были нужны, а прутья решеток жестоко рвали штаны. Новые левайсы, мутобор. В окне сторожки не гаснет зажженный когда-то свет, охрана не спит уже много челночных лет, турецко-чесночный хлеб. Мутобор. Мне ты даришь то, что я потерял. Синий автобус, зеленый вокзал, старый спортзал. Я тебя на эскалаторе узнал. Вслед побежал, упал, не догнал. Зачем эти старые феньки? Отмазки уже не нужны. Начальники сада с родильной службой дружны, и с похоронной службой тоже дружны. Мутобор. А он президент и проказник, устроит на праздник салют. На мягких войлочных лапах придет абсолют. В нашу палату придет абсолют. Мутобор. Мне ты даришь то, что я потерял. Синий автобус, зеленый вокзал, старый спортзал. Я тебя на эскалаторе узнал. Вслед побежал, упал, не догнал. Прости, я устал, я закончил. Наверное, это ПЦ. Следы отрицательной страсти теперь на лице, на нашем общем с тобой лице. Мутобор. А с ней я давно не встречаюсь, ведь ты у меня одна. Но кактус колюч, какого ж еще рожна? Чего тебе еще нужно от меня? Мутобор. Мне ты даришь то, что я потерял. Синий автобус, зеленый вокзал, старый спортзал. Я тебя на эскалаторе узнал. Вслед побежал, упал, не догнал. Побежал, встал и снова, и снова, и снова, и снова, и снова.
Я помню, у нас был еще кто-то желающий. Да. Лучше желающий. Так. Меня зовут Сергей. Вопрос такой. Раз у нас бардпанк, а какого тогда рожна на прошлой груши-то не было? Я не думаю, что никто... На какой так... мы не а были... А слово бардачное, а не бард. На прошлый. На как... а вот который была 27-я, да. Во-первых, вы неправильно поняли, там нет буквы «Д». Это бар-панк. Я так считаю. Ага, хорошо. Да. Во-вторых, нас туда не пускают. Мы были на предыдущей груши, играли да. там. И с тех пор нас не пускают туда, говорят. Нас не пускают нас на прошлой груши, когда мы играли, хотели этот самый кабель, главное, перерубить, ортодоксальное КСП. Не, ну там всем хотели. А сейчас она разделилась, так не пускают что... играть. Не, нам персонально хотели. Ладно, так, хорошо, на этом мы остановимся. Так, еще вопрос, ага. Меня Олег зовут. Вопрос такой. Хорошо. Это Дима. Денискины рассказы, это все его рассказы. Это Димкины рассказы. Вот, вы частенько раньше песню Цоя играли, Башатон Мальчик. Мы играем ее до сих пор. Ну, отлично, но периодически. Вот, а почему именно эта песня? И как вообще возникла мысль? Не знаю, у меня почему-то это любимая песня. Да, и два аккорда. Хорошая песня, что смогли, то выучили. А я люблю Михаила Боярского. Напомню просто. С черносотенным репертуаром. Да. Больше никто не хочет вопросы задавать. Да задавай, давай еще сам. Микрофон пошел по кругу, да? А как насчет того, чтобы песню Цоя в студию? Не проблема, в принципе. Запросто. Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но немногие знают, в каком. А из наших труб идет необычный дым. Стой, опасная зона, работа мозга. Робот Маканага бьет прямо в мозг. Робот Маканага бьет прямо в мозг. Робот Маканага делает прямо в мозг. А я продолжаю ходить по залу с микрофоном. Вот девушки хотят еще вопрос задать.
Вот это была песня с двумя аккордами, а с одним аккордом слабо? С одним аккордом это мы уже играли. Группа «Барсучки» у нас есть отдельное подразделение «Барсучков». Они исполняют песню на одном аккорде, без проблем. Но это отдельная программа. Но это пластилиновые «Барсучки», они очень такие своенравные. Какие у вас планы? Хорошо, вот вам на одном аккорде. То, что там? Бека-бомба, спанья, бакомба, да ты. Бека-бомба, да ты. Желающие есть сыр, строят отдельные мышеловки. Когда там приходит сторож, туда там будет то, что будет ждать. Я косы мотыки, басуки, ты нама, он будет ждать. Я косы мотыки, ты сына, мазыраки. Это тоже интуитивная, неподражаемая импровизация. А у вас есть в планах на будущее переход к более электрическому звучанию? Какое? Да. Ну, к электрическому. Эпическое? Нет, электрическому. А, ну и в планах есть, да. Несомненно. Мы просто розетку не можем найти пока. Или план. Осторожней. Ну, чтобы дойти до розетки. Нет, планы есть, планы, конечно. Они даже реализовываются. Вот мы уже узнали, что тексты рождаются ваших песен из сказок. Вы берете образы. И не только из сказок, из жизни тоже. А из чего рождается музыкальная форма? Музыкальная форма, она из... Ну, вообще вся информация из первичных торсионных полей к нам поступает. То есть мы единственная группа, наверное, вообще, по крайней мере, в современном музыкальном мире, которая черпает информацию как текстовую, так и музыкальную из первичных торсионных полей. А из космоса слабо? Так это так же это первичные торсионные поля, они продуцируют всю Вселенную. Там информация в едином и неделимом виде зашифрована. Ага. А группа принимает участие в каких-либо рок-фестивалях? Постоянно. Периодически. Не только в межпланетных, но и в межгалактических. Межгалактических. Да, мы вот был фестиваль в прошлом году, будущее 2007, в Подмосковье. Там участвовало более 120 групп, и мы вошли в пятерку, в общем, лауреатов, так сказать. Хотя при том, что мы реально играли в полсостава, мы играли практически вот втроем. Да? Нас выгнали со сцены почти, даже не дали отстроиться. Нас выгнали со сцены, а потом позвонили, говорят, вы знаете, вы победили. Вот и все. Всех. Мы просто обречены участвовать в межгалактических фестивалях. А вот я еще знаю, что группа принимала участие в записи саундтрека к фильму «Ангел на обочине», который победил на международном фестивале в Лос-Анджелесе как лучший иностранный фильм для семейного просмотра. Ну, скажем так, там были мои песни, да. Это была другая группа, у меня была тогда другая группа. Она называлась «Серебро». И образовалась она в 97-м году. А в 2005 году она прекратила свое существование. И появилась тут как тут. Да, была такая веха в истории. Что мы послушаем следующим? Лампочка. Thank you.
сознание полетит через все миры, уже не отыщут. Я смотрю, куда нельзя, не зажмуривши глаза, принимаю вечно свежую пищу. Я взвинчен до упора, лампочка, лапочка. Я освещаю норы, лампочка, лапочка. Хозяйки так довольны, лампочка. Прости, коль что не так, мутит мир ползучий враг, и поэтому нам кажется смута. А на самом деле свет, только свет, и дела нет, что на этот мир наложены путы. Я взвинчен до упора, лампочка, лапочка. Я освещаю норы, лампочка, лапочка. Хозяйки так довольны, лампочка, лапочка. И сладко им и больно, лампочка. Различать, кто есть кто, но путь назад нам заказан. Здесь лишь так, или-или, или вновь рай обретем, или в яму попадем, коли чашу милосердия допили. Я взвинчен до упора, лампочка, лапочка. Чаю норы, лампочка, лапочка. Хозяйки так довольны, лапочка, лапочка. И сладко им и больно, лампочка. Освещаю норы, хозяйки так довольны. И сладко, и мы больно. Лампочка, 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 лампочка. В зале есть желающие задать вопрос? Лампочка, 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 лампочка. Громче, громче, громче. Я вот предлагаю барышню с дивана взять к нам в группу поддержки. Они так стараются. Мне очень нравится, правда. Выходите, озвучиваю девочки, вопрос из чата. Озвучиваю вопрос из чата. А много ли вы репетируете, или ваше выступление в основном импровизация? Мы постоянно репетируем, мы в принципе не работаем. На концертах репетируем, да. У нас первая репетиция за последние года два была 19 сентября, по-моему. Обычно мы не репетируем. Этим мы знамениты. А он не пришел на репетицию. Вот так вот запалили. Он сам. Он этим... Он так сказать... Мы почитали, что за прошлый год у нас было 49 концертов. Зачем нам снимать, в общем, собственно, базу? Ну вот мы играем каждую неделю. Вот и репетируем заодно. Да. Было 5 репетиций, да, вот. Кто-то ходил, по-моему, да. Я был. Вот,
работу. Я думаю, сундук ходит на репетиции исключительно только, чтобы потанцевать. Ну, а я вообще больше ничего, в принципе, не умею, только кривляться. Я кривляться умею, вот он все, больше ничего. Он создает настроение, визуальный ряд создает сундук. Всем нравится, сундук. Всем смешно, ничего, нормально. Мне тоже нравится. Да, точно, это сурдоперевод. Да, вот, вот, да, вот. А, вопросы в зале есть? Да, иду. За активный столик. А еще такой вопрос. Вот на концертах вам нравится поведение публики вот более спокойное, камерное, как сегодня, или как обычно? Мы разные любим. Ну, и в том, и в другом случае есть свои плюсы и минусы, скажем так. Может быть, когда человек сидит слушает, он текст воспринимает, а когда он танцует, он воспринимает в целом, так сказать... Добровато, не про меня. Знаете, меня однажды на концерте швырнули лифчиком. Это был лучший концерт в моей жизни. Это было в Питере. А еще такой вопрос. На самом деле он... На самом деле? Два лифчика было. Один в сундука, один в меня. Это было точно в Питере. Какой зал наиболее удобный, комфортный в Москве для вас? Вам какой больше нравится? Ну вот мы в Вереске хорошо играем обычно. В Вереске мне тоже нравится. Ладно. Да, да, вот здесь подружимся. Здесь мы первый раз. Ничего, прикольно. Да, хороший. Но Верес, по-моему, совсем камерный. Да нет, там все танцуют как раз. Обычно у нас концерты где-то уже, где-то начало второй-третий уже начинается веселье такое. Да. И воздух лифчики бросали. Сквозь набежавшую волну. Стремительно там внизу. Сколько альбомов уже записала группа? В сентябре вышел первый альбом группы «Тут как тут», называется «Партизаны и слоны». На, в, так сказать, лейбле, или как это называть, «Перекресток Рекордс». А вообще у меня много альбомов, их даже я их сам всех не помню. Так, кто у нас еще из зрителей активный? Кто задает следующий вопрос? Так, ну пока зрители думают над вопросами, пока наши участники чата тоже придумывают вопросы в чате на сайте www.tv-l.ru, мы слушаем следующую композицию. Вообще у нас достаточно проблематично воспринимать в интеллектуальном плане. Мы, наверное, какие-то такие... Да, доисторические. И песни у нас доисторические. Вообще, мы мамонты, что мы здесь делаем? Воздействие их в основном на солнечное сплетение, судя по всему. А ты вообще вымер? Давно. То есть европейская классическая, так сказать, формалистская и умозрительная культура страшно далека от нас. Мы скорее традиционалисты доисторические. Мы раньше играли гаммой, смотрим, никто не ходит. Что же? А вот пусть, кстати, люди, которые там это, пусть там заказывают песни. Вот, кстати, я думаю, может, кто-нибудь из Николаева там в чате есть? Было бы интересно. Я иду себе к тебе по проспекту, мимо темных фонарей и субъектов. Я смотрю свое кино об Чебурашках, и висят мои штаны на подтяжках. А в голове сумбур да бинамбур цветет зимой и летом одним цветом. Скоро будет дверь твоя и звоночек, а я на кнопочку нажму тире пять точек. Ты тихонько подойдешь, спросишь, кто там? Отвечаю, это я, Тиагамото. Я в голове сумбур да бинамбур цветет зимой и летом одним цветом. Осторожно отворишь, чтоб без скрипа,
интерьер и узнаю. Служба сбыта, быта, все готово, как всегда, для полета. Ох, убил дезодорант запах пота, а в голове сон бурда динамор. Цветет зимой и летом одним цветом. Слушатели. У нас тут очень много вопросов в чате, поэтому я побуду немножко голосом с небес. Ого. Значит, вопрос от Фетклуд. Пусть Шильников расскажет про свое главвредительство в бумажном журнале про ЖЖ. Про свое что? Главвредительство. Вредитель. Он главный и вредный. Главный по вредности. В течение года так получилось, что я был в туристику «Живой журнал». Есть печатная СМИ, которая, ну, была неким дайджестом того самого интересного, что там печаталось. И в течение года это выходила история. Я был главным редактором. Происходила куча раздолбайств с этим интересного. Проводились всякие там турниры среди жажистов, какие-то круглые столы. Там, в общем, выпили море водки, выпустили 12 номеров. Ну, сейчас, наверное, будем делать дальше то же самое, вот. Вот и все, вредить. Не знаю. Вредить будем очень серьезно. Ага, а когда вы собираетесь в Тамбов? Как только пригласят. Мы уже давно собираемся. Билеты как только пришлют туда-обратно. Мы всегда собираемся. Мы готовы, давно да. Давно собираемся. А расскажите, чем вы занимаетесь в свободное от музыки время? Я слушаю Михаила Боярского. Я просто не работаю. А я развожу пчел на буровой платформе в Северном море. На что ты их разводишь? Нет? На все подряд. Ну как? На что можно, на то на и разводят. Полимеры. Последний целлофан был поступлен от них. На полемику. А не собираетесь ли вы посетить ближние зарубежья, например, Азербайджан? С удовольствием, если будут приглашения. Да, мы, в принципе, похожи на азербайджанцев. Я вот бороду начал отращивать. Я побрился. Я в Баку родился вообще, между прочим. Жил там лет 12. Вот некий Кондратий интересуется, Шильников завязал с политикой или еще будет баллотироваться? И как сочетается музыка с политдеятельностью? Мы один раз играли концерт в поддержку кандидата в депутаты Государственной Думы. Я был кандидатом в депутаты Государственной Думы. Как это не смешно звучит. Но музыка и политика друг друга абсолютно не мешают, я не связываю никак. Ну, когда возможно было проводить за счет каких-то политических как бы, ресурсов рок-фестиваля, я старался это делать. А вот когда я занимался политикой, я песен не писал. Я не писал. А ты не пишешь? Я и до сих пор не пишу. Вот ему легче, поэтому... Так, вот тут вот заказывают песни про взлетную полосу, про одеколончик. Хорошо, сыграем. Одеколончик Шильников не любит, но и он отдохнет, если что. Сейчас пазик сыграем. Это знаковая песня. А я пропал. Чтоб потерял, расти свой огород, что сеял, то и жал, как жал, так и вопрет. Мы по жизни на базике, на базике, на
тазике. Держи ноги в тазике. Живой водой, живой водой. Мы ж по жизни на базике, на базике, на базике. Держим ноги в тазике. Живой водой. Лови то, что летит. Поймав, оставь живых. Пустой сосуд разбит, а волны не пролих. Будь по жизни на базике, на базике, на базике. Частный резиновый. Наш эфир сегодняшний подходит к концу. Я благодарю группу «Тут как тут». Как быстро все. Как мало. Я благодарю группу «Тут как тут» за то, что они приняли наше приглашение и сегодня были у нас в эфире. Я благодарю зрителей, которые пришли сегодня сюда. Я благодарю телезрителей, которые были с нами, смотрели, слушали, задавали вопросы. Я благодарю московский FM-клуб за его гостеприимность. И оставайтесь с нами, смотрите «Живое ТВ». До следующей встречи в программе «Живьем». И, наверное, финальная огромное песня. Спасибо. 31 января у нас концерт в клубе «Клуар». Это на метро Алексеевского, очень рядом. Вот. Ну вот и, собственно, вот. Спасибо. Слушайте Михаила Боярского. Ну, раз крайнее, так крайнее. Законопослушный сумасшедший. Thank you.
А у меня в квартире 3 пудовых гири, и я бросаю их на головы прохожим, но лишь на тех прохожих, что на жлобов похожи, хотя таких много в нашем бедном мире. Приходит серый дядя в большой фуражке, заводит протокол. У него я крайний, у него я крайний, и к тому же ненормальный. И поэтому пока я еще не в каталоге.